Друзья, всем привет! Вот у нас идет такой снег. Включил телевизор, а он не работает, потому что налип снег. Видите? Поэтому у кого есть спутниковые, следите за этим. Вот это идет уже искажение сигнала, и он работать не будет. Вот. Теперь должно работать. Люся тут бродит. Люська, где остальные? Сейчас пойдем поищем. Да, завалило снегом так. Неплохо. Продолжает идти. Хотя на улице плюс 3. Бегут мои кошки погулять. Вот она. Оп. Маня и Люся, Дося и мама бегут. А мужики где-то бродят. Да, друзья, засыпало немножко снежком. Вернее, присыпало. Ну, он мокрый. Мокрый снег. Видите, он вот такого плана. И он сразу тает. А дерево, смотрите, как. Видать, ночью был ветер. И дерево облепило снегом. Коты шли за мной, и энтузиазм у них быстренько закончился. Какие-то животинки бегают, лапки. Это не так давно. Собачка, наверное, какая-то. Знаете, уже так проскакивает капли. Снег тает. Но вообще так красиво. Ветра практически нет. Маленький такой, небольшой. Вот. Да. Это хорошо. О, ворона кидает орехи. Она думает, что там твердо. Орехи падают в снег. Вообще погода изумительная. Как ни говори. Маша. Маша пришла. Несмотря ни на что. Сейчас беседку к себе раз. Что там, Аня? Не, передумала. Кисюня. Вчера взял на руки. Залезла и трется, трется в бороду. Ласковая кошка. О, у нее другая теперь беседка. Ой, пойдем, друзья, тогда кофейку попьем. Славянская вроде как читал. Было громко. В первой половине ночи, то есть до полуночи. Ну, не знаю, только что прошелся по новостям, ничего такого не нашел. Может, позже кто-то выдаст, а может, просто показалось. Дай бог, чтоб показалось. Вернее, дай бог, чтоб такого и не было. Так будет вернее. А так вообще, ну как по мне, так тихо. Но я ничего не слышал ничего. Свет есть. Вода есть. Да, в принципе, у меня всегда вода есть. Был бы только свет. Да, друзья, сегодня 14 февраля. День Валентина, то бишь день всех влюбленных. С чем всех и поздравляю, всех влюбленных с праздником. Всем всего самого хорошего, самого наилучшего, тепла, семейного уюта и так дальше. Огромное спасибо за комментарии. Извините, не на все могу ответить. Ну, читаю практически все. Очень тронут, мягко говоря, скажем так. Огромнейшее спасибо за помощь. Вот. Просто преогромнейшее. Ладно, друзья, остаемся на связи. Всем мира, добра. Всем благополучия. Всем пока.